Первым пунктом поездки стала главная канализационно-насосная станция, которая обеспечивает центральное водоотведение в городе Видное, его Расторгуевской части, а также нескольких новых микрорайонов. Новое здание пока не передано в муниципальную собственность. На месте старого будет построен аварийный резервуар. Алексей Спасский пообщался с персоналом, а затем ему рассказали о том, как работает вся инфраструктура по канализованию и водоотведению. В прошлом году, значит, были построены, значит, два коллектора вот по этой трассировке диаметром 400 миллиметров, которые ведут на Каменскую сюда и отсюда уже в Москву. Затем исполняющий обязанности главы района посетил ливневые очистные сооружения поверхностного стока микрорайона Купеленко. Они осуществляют прием стоков с территории ЖК «Эко Видное». Содержание сетей ливневой канализации осуществляет МБУ «Дорсервис» за счет местного бюджета. Алексею Спасскому рассказали о первоочередных задачах, которые решаются в данный момент. Это завершение, соответственно, наладки и запуск КНС Купеленко. Это вывод из эксплуатации и демонтаж очистных сооружений Купеленко. И поскольку уже сейчас проведено проектирование, предстоящее строительство КНС микрорайона Завидное. Именно микрорайон Завидное стал следующим пунктом в рабочей поездке Алексея Спасского. Здесь он также осмотрел очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Проектная мощность данного объекта 3000 кубических метров в сутки. Пока функционирует только одна ветка с мощностью 1,5 кубических метра в сутки, что явно недостаточно. Но проблема уже находится в стадии решения. Мы сделали все возможные усилия, чтобы нас включили в государственную программу. Проект прошел государственную экспертизу, стоимость 102 миллиона, мы готовы к началу строительства. В рабочем графике Алексея Спасского уже запланирована очередная рабочая поездка, в ходе которой он посетит городские объекты водоснабжения. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.